На связи Ироник, и сегодня, как вы поняли по названию видео, у нас будет озвучка комиксов по разным фэндомам, потому что я не смогла определиться с одним, да и по... если бы я выбрала один, я просто физически не смогла найти нормальные комиксы, маленькие. И сразу хочу предупредить, в начале сейчас будет безумный стыд. Я даже не знаю, почему я вообще вспомнила про этот комикс, но я его все-таки решилась озвучить. Так что приятного слушания, просмотра. Кора. Котера. Мы не можем не здесь. Стой, секундочку. Котера. Ага. Ты помнишь, о чем мы говорили? Без засосов. Ты же сам говорил, что их трудно спрятать. Я передумал. Не могу остановиться. Они так тебе идут. Передумал? Ладно, тогда. Тимок, 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 Тимок. Ага. Удачи скрыть их. Ох, тебе конец. Стой! Нет! Вы будете нырять с аквалангом? Ага, наверное. Я это озвучила, боже. Такой стыд, боже. Ладно, давайте перейдем к следующим комиксам, которые будут менее постыдными и даже смешными. Игрокэт. Роковой день. Не могу поверить, что никогда не играл в Майнкрафт. Установлю пробную версию. Хорошо, итак, рублю дерево, получаю древесину. Из древесины делаю кирку. С помощью кирки добываю материалы. Лучшие материалы для лучшей кирки. Так много материалов, так много рецептов, бесконечные возможности. Во что я вообще ввязался? Срок пробной версии истек. Пожалуйста, купите игру, чтобы продолжить. Ты в порядке? Просто я стоял, балансируя над бездной, и был отброшен назад. Блин, у меня так много бирок, что мне с ними делать? Друг? Не знаю, как ты... Ты вообще умудрился надеть эти бирки, но уверена, это было так сложно, что явно того не стоило. О, это полностью того стоило. Смотри, теперь в Майнкрафте есть панды. О, они такие милые. Для чего они могут пригодиться? Не уверен, что они вообще приносят пользу, зато они довольно очаровательные. Ох, малыш выдал шарик слизи. Это настолько противно? Я просто представляю, какие ужасные фермы люди придумали для сборки этих ресурсов. Ты вправду втянулся в Майнкрафт, да? Да, он великолепен. Я построил гигантский замок. Создал портал и отправился в Нижний мир. Я даже победил дракона края. Теперь я собираюсь выполнить самое сложное испытание, которое может предложить эта игра. А? Какое испытание? Сохранить жителей в живых. Да, эти комиксы оказались намного смешнее, чем прошлые. Да. И да, хочу извиниться, что у меня может быть что-то с голосом, или я могу быть вялой, потому что я только недавно проснулась. И сейчас 7 часов утра. Я озвучиваю это в 7 часов утра. Именно вот эту часть, которую вы сейчас слышите. И прошлые комиксы 2, 3, 3. Так что, поехали дальше! Ты Альфа или Омега? Альфа. Центавра? Ну, типа. Никто. Азерфаэль. Какое твое любимое животное? Конь? Як? Ну, типа.
Анафема в доме Азерфаэля. А почему у вас посуда разбита? Поругались. А кровать почему сломана? Мирились. А как они мирились, вы можете размышлять в силу своей извращенной фантазии. У меня, например, она довольно шиперская. Ну, на этом у меня все. Надеюсь, вам понравилась моя озвучка. Знаю, что вначале это было очень плохо, да, и стыдно мне, возможно. Но скажу так, если вы видите это видео и слушаете это, то, скорее всего, сейчас я уже записываю прохождение одной новелки, которую я уже снимала, показывала вам. Так что, да, надеюсь, я засниму ее как можно скорее и выпущу. Ну а так, у меня все. Еще услышимся в глючатах.